Участие Камчатского края в Восточном экономическом форуме должно проходить с учетом бережного отношения к бюджетным средствам. Такое поручение дал губернатор края Владимир Солодов. В прошлые годы на ВЭФ достаточно серьезные суммы были запланированы. Нам нужно их секвестировать, потому что я считаю, что с одной стороны мероприятие важное, нужное, содержательное нужно максимально отработать. С другой стороны, те расходы, которые в прошлые годы были планировались, они не все, мягко говоря, оправданы. Поэтому здесь вот этих подходов я прошу придерживаться при планировании участия в Восточном экономическом форуме, в Днях Дальнего Востока или в других мероприятиях. А содержательные мероприятия нужно будет обсудить, потому что, конечно, нам крайне важно максимальный эффект получить.